Ее просто захватывает дух, хочется дышать, вдыхать. Но также здесь много насекомых, комаров в башке, поэтому меня охватывают два чувства: бесконечного восторга и то, что это немножечко бесит. Бесит и восторг. Башка и красота. Красота, башка, но главное — это красота. Просто посмотрите, посмотрите, друзья, это невозможно не восхищаться. Люди, которые не теплолюбивые, можно спокойно искупаться в озере. Там не очень холодно, но это можно сделать и почувствовать настоящий русский дух и чистейшую горную воду. Но я выберу утро с рассветом, отпуская вчерашнее лето. Ты, я, затертые страницы старых книг, поставлю на бесшумный боль и крик. Я и ты стоим у края взлетной полосы, не набираем нужный выбор.